Минздрав подготовил специальные тесты для выявления оспы обезьян. По словам главы Минздрава Ажар Гениат, специалисты проводят термометрию прибывающих в Казахстан. При этом основные симптомы заболевания – это высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли и проявление покраснений на коже в виде экзантем. На сегодняшний день в Казахстане никаких случаев не зарегистрировано. На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если обнаруживается с температурой пациента, независимо, это острая респираторная и вирусная инфекция, все они изолируются в инфекционные стационары, отдельные палаты бокса и обследуются.